Ну, пока у нас собираются все, я хочу еще раз вам сказать. Те, кто из Сочи, либо где-то рядышком Сочи, то я вас приглашаю присоединиться с 29 по 1 число. Там получается по факту двое суток на Красную Поляну. Что будет на Красной Поляне? 29 в 2 часа заселение, ну там плюс-минус, чтобы заселились, в 4 часа мы с вами встречаемся в зале. И до 8 до 9 часов мы с вами устраиваем такие поболтушки. Я вскрываю каждого, кто приехал. Для чего? Для того, чтобы на следующий день на восхождение на гору, это одно из самых красивых мест, куда мы пойдем. Чтобы вы пошли вот опустошенные. Вот настолько вот выбью из вас мир из-под ног, чтобы вы вообще на нуле пошли туда. И когда мы туда уже сделаем это вот восхождение на гору, там я вас каждого через ваши ощущения веду в другой мир, чтобы вы понимали, кто-то глубоко войдет, кто-то, ну то есть я все это объясню, ребят, все это объясню, отключу, максимально отключу мозг, который потом вам будет говорить. После того, как вы вообще придете в другую плотность, в другую реальность, он вам потом еще будет говорить, это все ерунда, нам это показалось. Ну, то есть он будет сопротивляться вот прямо до последнего. И вы побудете в другой плотности, вы уже не будете кому-то верить, опираться на чужой опыт, на чужую информацию, на чужие знания. Вы это прочувствуете своим телом. И это абсолютно другие ощущения.